круто, в темные волосы, худощав. Ясно. Давай, эта штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты мне расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль Греко? А чё? Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, Кейни. Не понимаю, чего в больницу-то не поехали? Потому что если ты припрёшься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эль-Грека ребят вроде нас видит честно. Тогда тебе он вряд ли пригодится, Вит. А тебе все как на собаке заживает. Господи, ты водишь хуже моей бабушки! Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Греко через минуту. Я уже чую аромат сувлаки. Дави на газ. Генри там потеет, как шлюха в церкви. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты! О! Будешь продолжать в том же духе, и Генри труп. Вита, вон тот дом. Прямо перед ним.